здесь вот есть написать. Пишу ей. Например, захожу. Они блокируют Андрей Артурович. По 5 человек можно. Чего по 5? Ну, много нельзя. Ну, понятно, что каждый день пишите там по 5-15 человек контакт, Facebook, Одноклассники. Каждый день, да? И у вас это, то есть по 100 сообщений в одну тему. Блокируют только сайты сами. Нет. То есть вы в том-то и дело, вы не спамите. Вы блокируют кого? Кто спамит? А кто не спамит, того не блокирует. То есть, если вы людям присылаете спам, а если вы с ними знакомитесь, разговариваете, да, вы тренинги посмотрите, мы же проводили по этому поводу много раз, что... Где тут у тебя штуковина эта? Ну, Якутия. То есть, речь идет о том, что если вы спамите, вас, конечно, заблокируют. А если вы начинаете как человек общаться... Нормально. То есть по-человечески. Понимаете, вас никто что? Не заблокирует. Вот, допустим, 31 год. Аня. Аня номер 2 будет. Якутия. Написать. Вот. Доброе время. Да, там пишем. Доброе время. Раз. И задаете, например, вопрос. Вы знаете, что в вашем городе будет благотворительный тур? Внизу, внизу. Тур. Вот, видите, вот так раз, и все. Она говорит, знаю, не знаю. Вы потом раз фотографию там мою. Вот приезжает президент Академии. Я вам рекомендую сходить. Это очень интересно. Жизни людей меняются. Если вам интересно, могу скинуть ссылку. И там уже ссылку по доходу можете скинуть, по продукту. Ну, вот у нас же есть видеоролики. И вот зарегистрируйтесь в Академию там. Ну, или вот вам, вот мой WhatsApp, напишите там. Свяжемся. Ну вот в таком ключе. То есть самое главное сразу не скидывать никакой спам. Бизнес сразу не предлагать. А вот так доброе время. Вы знаете, что в вашем городе будет благотворительный тур или еще что-то в таком. И все. Каждый день 5-15 раз так пишите. Я говорю, просто если деньги если люди захотят деньги, то проблем нету заработать деньги. Просто люди не хотят денег. Вот смотрите, я вам сегодня дал подсказку, как можно вам легко в соцсетях быть богатым. Каждый день 5-15, вот представьте, 10 раз вы пишете в Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассники, 30 раз вы пишете в сутки. За месяц 900 раз. Из этих 900 раз вас пошлют 950 раз. Но! Кто-то не пошлет. 50, понимаете? 51. Предположим, что вот из 1000 вас послало 950. 50 скажут да. Скинь, посмотрю, захочу. Понимаете, вы просто должны работать на статистику. На статистику. И вот я бы сейчас на вашем месте пол Новосибирска бы. А плюс вы еще Инстаграм можете писать также. 10-20 также находить. Это значит, у вас уже, смотрите, контакт, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, это уже 40 человек в сутки. За месяц 1200 человек. Правильно? Угу. Ну все. А если вы научите в своей структуре 10 человек так же делать, то получается 12 тысяч человек вы обрабатываете за месяц. За год вы обрабатываете 150 тысяч человек. Так? Все. И 150 тысяч вас послало, например, пусть будет там 145 тысяч. А 5 тысяч что? Заинтересовалось в общей структуре. Следующий нюанс. Вот я рассказывал в Чите другую подсказку. Что вот клиника у них, Академия здоровья. И у них там центр, туда каждый день приходит 1000 человек.
на массажи, на оздоровление, на лечение, на профилактику. Ну там академика, клиника большая. У вас в Улан-Удэ тоже, скорее всего, есть где-нибудь какой-то центр, где много людей каждый день приходят. Все, зашли туда и пошли общаться с людьми. Кто понравился, доброе время, а у вас что за проблема, вот ребенок плачет. А вы от чего там? Она говорит, вот так-то, так-то. Или там женщина, у вас что, давление или голова болит? Она говорит, да. А вот есть решение, вы знаете об этом? Вы понимаете или нет? Вы просто ничего не хотите. Если бы хотели, вы бы уже со мной на Мальдивах были. То есть я вам рассказал два способа, как уже нищим не быть. И до этого даже не надо знать ни одного человека в мире. Ходите на тренинги, будьте богатыми. Вот кто из вас начнет это делать, будет богатым. Верно? Все, стратегия, она просто победить, ну, проиграть нельзя. Просто нельзя. И в академию. И у нас есть ролики. Вам нужно зайти в чат Telegram, и там есть ролики. Есть у тебя этот текстовый? Или вот чат Telegram. Там есть ролики по продукту. Что давать по продукту? Что давать по доходу? То есть вы просто берете, вот видите, список. Вот смотрите, тут список. Чат и Telegram, туда добавляете всех новеньких. По продукту. Результаты по этому старый список, у меня там новый список в Телеграме. То есть, вот здесь, видите, заходите, смотрите, что давать новичку. Что мы видим? Презентация есть, есть результаты по доходу, есть результаты по продукту, есть промо-ролик 1-2. Чаты. Дальше, кого продукт интересует? Сайт по продукту. Результаты по продукту, лекции по продукту. Кого интересует, как трудиться в интернете? Вот видите? Ну, то есть вы просто, что тебя интересует? Он говорит, продукт. Что тебя интересует? Бизнес. Я хочу зарабатывать в интернете. То есть вы просто даете людям по тематике. Если человек серьезный бизнес хочет делать, раз. Все, проблем нет, друзья. Вы можете очень сильно зарабатывать деньги. Так. Вон, видите, за ролики... Спасибо, очень сильно помогают. Угу. Где будет проходить презентация в Якутии, спрашивают. Сейчас Николай вам скинет где. Угу. Вот список. В чаты добавились, и вся информация есть. Вот если вы реально хотите деньги, у вас их будет много. Очень много. Если не хотите деньги, то у вас их что? Будет столько, сколько сейчас. В принципе, я вот вам самое главное сказал. Мы едем в турне по городам. В соцсетях добавляйтесь, друзья. 10 контакт, 10 фейсбук, 10 одноклассники, 10 инстаграм. Сразу ролики не скидывайте, а просто доброе время. Вы знаете, что в вашем городе будет благотворительный тур. Не то, что это такое. Видите? Вам интересно? Давайте скину ссылочку. Вот приезжает резидент Академии, топ-лидеры, вы можете сходить, тренинг стоит более 10 тысяч долларов, для вас он в подарок. Понимаете, человеку говорите, что тренинг стоит 500 тысяч, для вас подарок. Дать информацию, хотите сходить. Все, вот так же, давайте обменяемся WhatsApp, я вам скину полезную информацию. О, классно же? Угу. Вот этому одному учите, все, от партнеров этого достаточно. И плюс вот можно брать большие клиники, поликлиники. Зашел человек, каждый день может заходить туда на 1,5-2 часа. Вот он зашел в поток и пошел, поговорил, пообщался, познакомился, да? Угу. Да? Все. Ну, допустим, очень просто там. Вот, здравствуйте, вы в больницу пришли, у вас какая там трудность? Вот она сидит там, она говорит, ну вот давление там. У меня тоже раньше было давление. А вы знаете, как это решить? Сколько лет уже болеете? Таблетки пьете? Да. А вот смотрите, видите фото, вот видео, вот видите, люди изменили. Можно сэкономить много денег на лекарствах, на врачах и быть здоровым. Все, и вот так, один раз послал, следующий, вам все равно. Все, кто-то сказал да. Все, интернет есть, земля есть, как нищим-то будете? И плюс свои знакомые есть. Также по знакомым. Тебя послали, кто-то сказал что? Да. Поэтому турне по городам, каждый день презентация, завтра 12:00 Москвы, послезавтра.